Живи, Ларч. Привет. Спасибо. Что-то мы больно часто друг друга спасаем. Нормально. И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер. Минуточку, жара такая. Так-то лучше. Намного. Так лучше. Нет, ну реально жарко стало. Походу, после нескольких часов записи прямо реально начинает здесь духота становиться. Что поделаешь, такие дома строят, к сожалению. Так вот, продолжаем проходить с вами Лару Крофт, Rise of the Tomb Raider, она же Восстание или Восхождение Расхитительницы Гробниц, в зависимости от того, как вы воспринимаете в каком контексте слово Rise. Ну а пока что давайте с вами посмотрим оставшиеся карты. И коль уж в предыдущем эпизоде Баба Яга сама дала нам знать себя, мы не имеем права попить киселька. Часы сказали, попей кисельку. Вот забан бил 5 секунд назад буквально перед началом записи. Так вот, коль уж в прошлый раз нам Баба Яга дала сама себя узнать, давайте посмотрим, что же она предлагает нам. Набор Баба Яга. Загрузку доп. Контента Бабьяги Храм Ведьмы. Ну, давайте взглянем. Что ты из себя представляешь, Храм Ведьмы? Всего 4 карты? Немножко необычно, но ладно, допустим. Призрачная шкура. Дает костюм Бабы-Яги призрачная шкура. Шкура. Призрачная шкура мастер. Несущий грезы 5. Дает полностью улучшенный лук несущей грезы. Это типа коса Бабы-Ягида лук? Несущие грезы дает базовый. А, есть базовый, есть против прокачанный. Ну как так тебе? Набор 20 лет празднований. Наград за прохождение Rise of Tomb Raider 20 лет празднований. Дайте посмотреть, пожалуйста, коль уж подарили-то. Так, давайте, пока прогрузка есть. Ладно, сибирский следопыт. Я нажал. Набор сибирский следопыт. Экономический буб. Бесконечный запас разрывных стрел. Так, мне кажется, название карточек точно наши русские придумывали. Сибирский следопыт мастер. Большеголовые противники, но это уже было. Кудах так так. А, я могу все карты перевернуть махом. Ну нет, как-то неинтересно. Мне просто любопытно, что там внутри. Сверхсовременное смертоносное оружие для убежденных птицев. Сверхсекретное, смертоносное оружие для убежденных птицеводов. Куда так так? Птиц... У вас птица... Вы современный охотник, как Лара Крофт, и вы хотите быть наравне с нею. И вы даже... у вас есть даже куриные патроны, которые надеваются словно ракетница. Это вчерашний век, сэр! Нет, сэр! Теперь... Курострел! Куда так так? Откуда они вообще такое выдумывают? Горючее. Игрок получает больше урона от огня. Aspire Nox 5 дает полностью улучшенные пистолеты. Сибирский следопыт. Стрелок. Выбранная винтовка наносит на 20% больше урона. Ну, в общем, классика.
Защита от пуль. Давайте я все переверну, уж так и быть. Мастер ткач, запасные обоймы, полуночная тень, дополнительные бинты, гиена огненная, боже ее. Пули непробиваемость, рекурсивный лук. Просто от ума, или сейчас опять зависим, если летит все это дело. Набор выживания. Газовая ловушка. После смерти враги иногда выпускают облако ядовитого газа. Блеск славы. Дробовик полностью улучшен. Все собираемые патроны будут зажигательными. Азартный игрок. При осмотре тел противники, они могут взорваться. Эрудиция. Дает все навыки из кодекса. Беладонна, Беладонна мастер, фейерверк. Враги взрываются, погибая от выстрела в голову. В общем, весело. 20 лет празднования. Что вы даете нам? Так, классический ангел тьмы. А, Angel of Darkness. Ну, вот видите, о чем я говорил. Ну ладно, хотя бы знаем, что там что-то. Давайте там просто их откро... Я не знаю, почему-то идет разбой такой. Древний авангард. Ну, здесь кроме костюмов, рельсовая пушка. Пули пробивает врагов насквозь. Ну ладно, вот это еще интересно. Четвертый подарочек. Сразу открывай. Походная куртка. Полувампир. Убийство в ближайшем бою мгновенно восстанавливает часть здоровья, но нельзя использовать бинты. То есть я буду жрать их кровь, что ли? Адреналин. Первая помощь. Врач. Вампир. Интересное сочетание. Так, медали в награду. Неудачница, серая теннисистка. Военная закалка, хрупкая в огне. Боевая закалка серой теннисистки, неудачница, подстигшая в огне свою хрупкость. Слушайте, может, давайте сейчас сочинять что-нибудь интересное. Медали в награду. Что здесь у нас? Специальные обоймы бойцовского клуба. Врача из стидного вампира с пистолетом-пулеметом серии 3. Вычет наносимый в ближнем бою урон, однако получаемый в нем урон сопровождается кровотечением. В общем, классика. Так, ну и последний. Добор отважный географ. Две карты. Я не знаю, какую выбрать! Лево, право, лево, право, лево, право, лево, право, лево, право, лево, право. Я не знаю, какую выбрать. Так, монетку что ли подкинуть? Давайте мо... А, была у меня монетка. Где-то у меня был... Ла. О, давайте монетку. Так, моржом вверх. Значит, ты. Отважный географ. Мне кажется, самый адекватный набор. Так, по дополнениям здесь больше ничего. Я могу вот это все... Платиновый набор, 15 чайных карт, 4 из которых точно редкие. Зачем? Я лучше вот это вот открою. Хотя бриллиантовый набор. Ну, это, наверное, у нас случайное открытие. Давайте сюда это откроем. 30 случайных карт, 8 из которых точно редкие. Ну, давайте тогда... Наверное, давайте покупим до бриллиантового набора. А в конце сюда потом вернемся. Как раз будет чем заняться. Так, ну а сейчас пока продолжаем. Вебку выключаем и погнали! Мы вроде с вами выбрались в прошлый раз из шахты. Почему тогда мы снова здесь? Походу, поэтому Баба Яга у нас появилась, да, в прошлый раз? А вот... А сейчас вот ее нету.
А она пройдена у нас шахта-то? Пройдена. Я пока вебку держу включенной. У нас же была здесь Баба-Яга. Я ничего не понимаю. Я хочу понять, но я не понимаю. Может быть, и не стоит даже начинать пытаться понимать. Ладно, вебку включаем и погнали. Поехали. Так, идем тогда сегодня по сюжетке. Кстати, у нас есть что-нибудь из доп. Заданий вот наших коллег? Кстати, сколько у нас? 82 монеты. 82 монеты. Мало еще, мало. На сбор не хватает. На сбор пока не хватает. Так, тут у нас что? Травы, грибы, Лара Крофт. Ладно, идете по сюжету, там разберемся, что да как, с чем идем. Так, мужики, вот тут, да, до сих пор. Дорога, если что, открыта. Так, прицельтесь. Alt-R, прыгните с веревкой, чтобы перемахнуть с места на место, выстрелите кометы, висящие веревочные кольца. Именно веревочные кольца. То есть пока еще не тот зацеп, который мы видели с вами у Бабы-Яги. О, это можно взять? Они так хорошо замуровали здесь все. Ну тут мы все в прошлый раз сами забрали. Ладно. То есть, заметьте, до сих пор обучение еще продолжается. О! Ясно. Спасибо, что разъяснил. Ага! А вот и плакат. Вот и советский плакат нашелся. Так, где бутылочка самогона? То есть это все Юрий Гагарин, да, получается? Но я не хочу сжечь плакат Юрия Гагарина. Ребят, при всем уважении, я думаю, жители всех стран СНГ со мной, ну, тут согласятся. Так, держим, Лара, держим. Не хватало нам что-то самим загореться. Мне кажется, здесь они на каждом углу должны быть. Кстати, они, если что, заметны. То есть они выделяются. Не сильно, но выделяются. Значит, они где-то по всей станции разбросаны. По такой логике, я так могу судить. А там, и именно там, где зажигательные смеси. Вот такие. То есть ни наверху, ни внизу. Они где-то вот здесь, вот за... в открытом доступе. Никуда не деваются. Вот, например, видите, тут бутылка. А где тут еще может быть? Давайте осматриваться аккуратненько. Вот наверняка где-нибудь еще висит. А ты не знаешь об этом, а он есть. Вот ты не знаешь об этом, а он есть. Вот он здесь есть и готов. Вот, к примеру. Нет, это просто старое советское знамя, оно вообще никакой роли не несет. Ни смысловой, ни физиологической. Никакой. Так, тут на что? Ничего. Пустота. Тлен. Есть раковина, но... какой нормальный человек будет бить раковину в Советском Союзе? Это самое святое. Так, давайте на всякий случай вот здесь откроем. Может быть, здесь еще какой-нибудь плакат висит.
Давай, Лара, не бей я. Так. Это мало ли здесь где-то плакат тоже запрятан. Я не вижу это. Так, давай-ка, сконструируй мне альманах. Ну тут где-то был плакат в свое время, но мы его сожгли, насколько я помню. Но перепроверить стоило. Так, здесь... А, это не канистра. Здесь плакатов я не наблюдаю. Кстати, вот эту древку возьму. Да, древку у меня даже... Это же древка полно. Вот настолько всего у меня полно. И ведь туда, кстати, еще нужно как-то приземлиться. А получается, мы сверху потом будем возвращаться сюда. Может быть, здесь их полно, на самом деле, вот этих вот плакатов. Просто они где-то внизу. Но я как бы нигде больше пока не видел мест с этими плакатами. Может быть, реально их тут и полно. Просто не видно их особо. Ладно, если что, мы здесь тогда еще раз прогуляемся. Не будем, как говорится, терять и тянуть, и гладить, и... В общем, делать все с котом. Сами поняли, о чем я. Погнали лучше. Там, где смогли найти, там нашли. Потом понемножку будем обыскивать их. Эти помещения. Если надо, будет поджигать. Ой, почему всегда вот такие безумные прыжки? Лара, ты прямо вот... Тебе прямо вот только адреналинчику и давай. Ой-о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 й
На века строили. Уверен, здесь тоже есть пропаганда, да? Древка не нужна. Так, пока походим с луком. Магнезийная руда. Утиль. Вот утиль возьмем. Утиль мне нужен. То есть, смотрите, они все помечаются, и в случае необходимости мы сможем вами... Ну, только мне нужно быть очень близко. Жалко, Лар... Вот это сильный ветрище. Жалко, что Лара не запоминает, где находится... Пока! Удар ледорубом. Он там живой? Парень! Вот это я красавец. Я, конечно, с собой чудовище. Не спорю. Но вот это уже... А вот это уже Яматаем попахивает. Мне как бы туда, я так понимаю, но почему-то мне кажется, что вот здесь что-то есть. Если как следует разбежаться... Ага.
Вижу. Спокойно. Так. Нет! Давай, давай. О! Ну-ка. Деталь винтовки со скользящим затвором. Красота, спасибо. О. Дорожка номер два. Так. А еще есть дорожка наверх. Так, аккуратненько. А тут что нам предлагаете, товарищи тунеядцы? Спокойно, спокойно, Ларыч. О. Ну это всего лишь жалкие крохи, если честно говоря. Ну реально, только жалкие крохи, ни о чем. Ладно, идемте наверх. Но проверить стоит всегда. Всегда стоит проверять, ребят. Всегда проверяйте. Никогда не ошибитесь, будете проверять. Так. Ну, красота. Бросаю гранату. Да вы идиоты! Да, у вас труп. И злая Крофт. И Вескер. Я тебя тоже задел. Сейчас дам. Вот идиоты стоят рядом с бочками. Но это же из... Музыка еще играет, между прочим, кстати. Лара, ну-ка давай-ка мы кое-что смастерим. Где тут еще, товарищ Необлутаж? Музыка играет, значит, кто-то жив. Это правило существует незыблемое поколение. Посмотрите, какая высота. Нам туда? Да вы издеваетесь. Красота. Так, а это получается вот сюда, да. Но это спуск сюда. Но там пока мне делать нечего, особого смысла нет. Ну, в общем, смотрите, все состыковывается, все стыкуется аккуратненько понемножку. Чем-то мне кажется, что здесь есть плакат. Вот чем мне кажется, что он здесь есть, а? Столько бутылок, зажигательных смесей. К чему это все, а? Вот и я о чем. Неспроста это все здесь. Тут есть плакат. Надо искать. Это возьмем. Нет, ты бери, это тоже ладно. Ты не выкидывай. Кто видит плакат? Я не вижу, но он есть.
Тут, получается, можно было по-тихому пройти, наверное. Получается, наверное, можно было. Ну, кто знает, конечно. А ты вот здесь сможешь зацепиться? Нет, не смог. Музыка еще тревожная играет. И здесь не может. В общем, есть много, где она может зацепиться, но нигде не хочет зацепляться. Здесь тоже нигде не висит. Ну ладно, не висит, так не висит. Хорошо. А я вон там полазаю. Видите, висит сколько всего. А пути здесь разные, заметьте, между прочим. То есть есть один путь, есть другой. Эй, собери его уже. Так, ну документы все наверху. Так, детали, патроны. В общем, всего вроде полно, но плакатов здесь больше нет. То есть, получается, они все внизу. Ясно, значит, будем в следующий раз заниматься розжигом макулатуры. Ну, а что поделаешь, надо. Давай-ка, скрати мне, пожалуйста, опять. Вот прямо такое большое место. И никого. Ну не поверю я. Слишком много всего. Может, за счет того, что я прокачал эту добычу ресурсов? Вполне, кстати, может быть. О! Вижу! Видите, там плакат. Всем насрать. В общем, плакаты, ладно, здесь еще пока есть. Хорошо. Что там такое лежит, я не могу понять. Травы. Какой-то журнал. Да, это журнал. Чуть журнал не пропустил. Красноармейцы наконец нашли храм благодати пророка. Они остановили прочие работы и принялись грабить наследие наших предков. Но мы готовы. Вместе с пленниками-чужаками мы накопили оружие и динамит. Нужно поднять тревогу среди охранников, воспользоваться суетой и начать мятеж. Красная армия была к нам беспощадна, и мы воздадим старицей. Мы не остановимся, пока все захватчики до единого не умрут. Только так мы сохраним нашу тайну. Но не могу сказать, что цель благородная. Только почему? Так, а этот где? Ага, вижу, она наверху. Она будет ждать меня там. Так. Этот вообще прямо рядом со мной находится. А это куда спуск? О. Я не уверен, что... Ну давайте проедем. Да, это обратная дорога сюда. Ну, нет, надо было проверить. Может быть, какой-то был сверхсекретный проход. Я же не знаю точно. Все, теперь мы знаем. Только я не могу понять, для чего здесь такая развилка. Такое ощущение, будто здесь будет какой-то сверхуровневый смертельный босс, с которым мне нужно будет сражаться и убегать. Ну, реально, вот прям такое ощущение назревает.
Неприятное, между прочим, ощущение. Вот это можно обойти спокойно. Маленькая мужская таблетница с эмалированным серпом и молотом. Красота. Внутри остался осадок с сильным запахом. Похоже на амфетамин. В то время еще не производили. Так что, Лара, давай-ка не пизди. Так что нет, Ларыч, не пизди. В то время еще не было такого производства. Его вообще не производили, строго говоря. О, документ. У меня проблемы. Большие проблемы. Я тут немного покопался, сохранил для себя пару файлов и наткнулся на переписку обо мне. Хуже всего, что они как будто хотели, чтобы я ее нашел. Начальник охраны знал, что я сливаю информацию. Возможно, знал с самого начала. И сейчас они наблюдают, ждут, когда я раскрою свою цель. Вот бы у меня действительно была цель, а то обидно подыхать из-за своего дурацкого любопытства. Боюсь, канал уже ненадежен. Возможно, они уже нашли тебя. Я совсем с катушек съезжаю, но троица, их много, они везде. Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что я безнадежно влип. Так вот, ты была права. Вот бы сказать тебе это, глядя в глаза. Это твой связной, что ли, Лары? А то так получается, что да. Кстати. Если так посмотреть. Ну, плакат он вот с этой стороны, как бы. Здесь нужны огненные стрелы. Вот, возьми, валяется. Или он не свежий? Наверное, скорее всего, не свежий. Вижу, там, кажется, только стоит. Лара. Так. Давай еще раз. Так. О, есть. Так, давай-ка. Причем, заметьте, вот как-то они нерационально это все делают. Два плаката вообще рядом, но ни о чем. Бутылки волшебного база появляются. Классика. Можно открыть? Спасибо. Да ладно тебе, Лара, нормальное дело. Там, получается, нам немножечко осталось открыто, да? Так. А там вход, видимо, будет вот по эту сторону. Ладно. Так, здесь, кстати, канатка есть. Наверное, можно будет где-то спускаться. Пока не уверен. Лара, ты там? Я не могу головы поднять. Лара, уходи оттуда! Я тут! Черт! Снова одна. Встретитесь с Яковым. Что-то очень много птиц. Тише. Ящик. Черт.
Они уже проникли внутрь. Так, деталь для пистолета у нас еще есть. Живем, увидим. Как-то чересчур просто. Взгляну-ка на рабочий журнал. Там вроде упоминался сейф. Вроде. Ты уж давай-ка наверняка, товарищ. Вроде у нас не в чести, знаешь ли. Судя по описи, красные хранили в этом сейфе самые ценные артефакты. Давайте его взломаем. У кого горелка? Сейчас. Всем остальным. Ничего не трогать. Находите артефакт, заносите в каталог. И все это было в шахте? Ага. Судя по последним протоколам, они нашли это место и сразу прекратили раскопки. Наверное, пока они думали, что делать, мятеж начался. Это древние вещи. И надпись... Внимание, я что-то видел. Никого ты не видел. Все тихо, спокойно. Кто-то парит нам мозги. Прикрой, противник! Зараза, сболил! Заделки, прикрой меня! Давай, 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 есть! Кровожадность! Только ты и я! Ну и где ты, мистер ты и я? Получил? Молодец, мистер ты и я. Ой, Лара, вот спалила, я так хотел послушать. Может, еще бы сейф открыли бы. О. Кстати, а вот это вот откроется, если я вот это подорву? Ни хрена. О. А, нет. О, еще плакат. Где бутылки? Дайте бутылочку. Спасибо. Тут еще, кстати, полно газа, если так обратили внимание. Так, аккуратненько, сейчас здесь еще все загорится. Это я вот так вот заранее. Жабуш наверняка, знаете ли. Так, а что у нас еще? Гнозинная руда. Так. А это вот внизу, наоборот, находится. Ну ладно, найдем, если что. Может, где-то пропустил и не заметил. Все же бывает. Что-то можем пропустить, что-то можем увидеть. Но что-то мне кажется, что здесь где-то еще есть плакат. Просто я его не вижу. А он есть. Там-там-там. Музыка, успокойся уже. Музыка какая-то сегодня нервная прямо. Мы вроде бы разобрались со всеми, их не так много. Что-то даже подожгли успешно. А, все равно нервничает. Все равно кипишу. О, стоп, вот здесь, по-моему, что-то было. Вот, видите? Это проход дополнительный такой. Ну давай. Открыть. Так. Несем потери. Я долбаб... Ой.
немножко стал подвисать. Это из-за огонька. Продолжи. Это все? Или есть еще? Просто если что, мне на всех хватит, сок говоря. У меня запас большой. Я даже... Заметьте, я их обычным луком. Я их обычным луком, буквально. Луком. То есть ничего специфического, ничего такого зловещего. Лук обыкновенный. Так, что-то мне это место не нравится. Мне кажется, оно сейчас обвалится, да? Ну, вроде как должно, но оно не обваливается пока что. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Живи, Ларри, живи. Тут все взлетит на воздух. Да ты идиот, что ли, парень? Здесь нельзя взрывать. Так, вижу. Огонь на подавление! Быстро! Давай, иди сюда. Давай. Есть. Ну, раз только ты и я, давай, я буду только я. Ты и я, все мы одна с тобой, друзья, судьба семья. Их так много, конечно, появляется. Но тут есть еще плакаты. Но эта зона прям горит. Наверняка должен быть еще плакат. Где-нибудь. Да плакатик должен быть еще один. Вот говорю вам, есть же, наверное. Есть. Только я его не вижу из этой кучи пожарища. Пожарище прям настоящее, заметьте. Такой, ну, солидный пожар. В общем, я здесь все спалил. Я ничего здесь не упустил, а то мало ли. Вот это вот на улице, это на улице. А, сколько там осталось, кстати, у нас? Свобода мысли. Последний плакат остался где-то. Ну, скорее всего, где-то внизу, я думаю. О, беги, 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 беги! Они используют тактику огонь и движение. Респект. Ладно. Так, с одним разобрались. Прекрасно. Беги! О-оу. Я ее вижу. Убей. Так точно! Рассредоточиться! Она окружена! Серьезно? Классические щитовики! Да мне избавиться с вами-то не проблема. Я! Давай-давай, есть! Жива! Жива! Попалась. Какое попалось? Я сейчас вас устрою здесь узкую жаровню. Кстати, а вы где, парни?
Сами себя подорвали и сами сгорели на рабочие. Еще претензии предъявляют. Нашлись мне тоже претензионщики. Отдел претензий и жалоб. Чё-то мне кажется, что именно вот здесь сейчас находится последний плакат. Да, я прям помешан на плакатах. Ничего с этим не поделаю. Я вообще удивлюсь, если он в такой жаровне еще живой. Реально удивлюсь. Дайте я на всякий случай возьму тогда с собой бутылочку. Ладно, возьми. Сделаем. Ну так, давайте сейчас аккуратно осмотрим помещение. Тут кислородика полно, нам ничего не грозит. Все хорошо, все привольно, все прекрасно. Там было... О! Почему мне кажется, что где-то вот здесь вот? А? Почему мне кажется, что где-то вот здесь надо целиться и выискивать? Вот не знаю. А есть. А есть такое. Вот там, заметьте, патроны есть под гранатаж. Вот везде что-то да есть. А, они отсюда ко мне выходили, да? И где последний плакат? Нет, реально, где последний плакат? Я не вижу его. Давай возьмем, может что-то не хватает. Хотя у меня дробаша нету, но тут винтовочный дают. Все горит. Красота. Я не хочу пока покидать эту зону. Тут где-то должен быть плакатик. Ну ладно, поехали. Откроем себе тогда новый лагерь. Живи, Ларыч. Привет. Спасибо. Что-то мы больно часто друг друга спасаем. Нормально. Спасибо. Рада, что ты цел. Это и есть сквозной путь? Да. Но внутри их будет много. Ты не обязана идти. Так просто я не отстану. Мне все еще нужны ответы. Нам всем нужны ответы. Время. То есть... Идем. Нельзя терять время. А мне дадут хотя бы изучить-то. Я попал в заброшенную шахту. Но я не изучил вот эту секцию. То есть, понимаете, я вот здесь как бы якобы прошел. Может, там где-то какой-то путь был. Наверное, наверное. Там, наверное, был какой-то вход. Но войти туда я не мог. Наверное, здесь был какой-то вход, до которого я не мог добраться. Наверное, вот здесь можно было бы спрыгнуть. Вот здесь пробег сжаться. А я сразу пошел на спуск вот сюда. По этому пути мы пройдем сквозь гору. Мои соплеменники издавна пользовались этими проходами. А потом прибыли красные и начали раскопки. А что они нашли там внизу? Достаточно, чтобы разжечь их любопытство. Они использовали механизмы и взрывчатку, чтобы проникнуть вглубь, и много чего разрушили. Многие старые проходы обвалились, но теперь тут безопасно. Иди. Было безопасно. Я не это надеялась услышать. Похоже, Орден Троицы нашел старое горное оборудование. Теперь они пытаются довести до конца начатое красными. И другого пути просто нет. Боюсь, что нет. Уже нет. Все усложняет. Ничего не усложняет. Нельзя терять время. Я хочу вернуться. Давай вернемся сначала. Там ящик с припасами, Яков.
Ты жди меня, Яков, а я вернусь. Ладно. Хорошо. Было при... Да, ясно. Прекрасно. Это единственный тоннель? Это был единственный тоннель, да, получается? Ну да. Это был единственный, мать вашу, тоннель. Ну нет, в ящике при вас, конечно, навряд ли будет лежать целая куча византийских монет. Но, Яков, я... Нельзя терять время. Давайте тогда... На этом с вами на сегодня закончим, ребят. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение. Спасибо всем, кто нас сегодня смотрел. Лайк, комментарий, подписочка на канал, наши социальные сети, все ссылочки в описании. Всем спасибо, кто нас сегодня смотрел, ребят. С прошедшим вас католическим Рождеством. С наступающими новогодними праздниками вас. Яков, тебя тоже. И готовимся. Будем завтра искать этот крупный плакат. Ну, сначала пройдем, разумеется, через заброшенные шахты. Что ж, на с вами был Вескрис. Всем до скорой встречи, всем пока. Увидимся. Yeah.